Mizzen and main. Yeah, boy. Oh my God. God damn it, Barbara. Oh my God, я все это время мог это сверху сделать. Ух, ебать. Nice job, bitch. Ха-ха-ха, о май гад. Оу, е, бой. God damn it, Barbara. Надо все. Нахуя вот? Fucking hell, man. Yeah, boy. Ха-ха-ха.
бой. Бой. Так, давай поговорим. Если кого-то смущает, почему я не отвечаю на вопросы или еще что-то такое, все дело в том, что YouTube в данный момент заблокирован в нашей стране. Через какое-то время, возможно, его сейчас разблокируют, но до тех пор я не смогу видеть ваши сообщения. Что мне здесь? Ага, окей. Голем клево нарисован. Стоит отдать им должное.
О, нет. О-о-оу. Оу, нет. О, фак. Не лучший мой заход, не лучший. Нет, Twitch еще не забанен. О май гад. То есть ты это сейчас услышал из YouTube, я правильно понимаю? Потому что у меня были сомнения, на YouTube вообще что-либо транслируется или нет. Так что да, на Twitch вы можете... О май гад. На Twitch вы все еще можете писать мне. Я вас увижу. Я никак не могу замастерить этот момент. Инстаграм, возможно, но я не так часто туда хожу, поэтому никогда не замечал особенно, чтобы Инстаграм... У нас... Телеграм блочит, это определенно. Твиттер, ВКонтакте не блочит. Но вот именно Телеграм и Ютуб, да. Время от времени налетает. Раньше это было стабильно, каждый божий день он блочился. Сейчас как-то вот они избирательно к этому подходят. Когда блочит, когда нет. Более, видимо, у них такие направленные атаки сейчас в плане времени. О, мой бог, чуть не улетел за пределы экрана. Как-то мне дико повезло только что. Опять, блин, мне стоит быть осторожнее. О! Окей, кажется, меня не задели. Hello there. Fuck me. Courteous person. Добро пожаловать. Цепляться за руку. А, и так можно? И что мне это даст, я не уверен. А, неплохо, неплохо. А, fuck me. О, бои.
Е-бой. О! Окей. О, нет! Я забыл, что не... О май гад! Он еще и ускоряется. Вот это я вообще не ожидал. О, фак! Офигительный босс. Очень нравится мне этот босс. Шикарно просто. А, ну ладно. А, черт. Есть! Я был уже на грани, но я победил. Найс. Игра на NES Shadow Ninja это тоже хоть и линейный клон Ninja Gaiden. Shadow Ninja? Может быть. Я не совсем уверен. Так, кажется, он идет. Пожалуйста, на этот раз не мешай мне говорить о пророчестве. Я в это не полезу, делайте что хотите. Итак, тебе удалось выдержать испытание силы. Так, и что дальше? Чтобы пророчество исполнилось, ты должен пройти испытание веры, совершив прыжок. Прыжок? Прыжок, да. Не понимаю. Ну, испытание веры, прыжок, прыжок веры. Что-то щелкает? Assassin's Creed? О, просто прыгни уже. Я пытаюсь сделать этот момент эпичным. А теперь, герой, вложи свою храбрость в надежду, а силу в цель. Нырни в свою судьбу, в свою судьбы и появись из нее снова уже испытанным гонцом. И вот сейчас как раз и будет эта тема с 16 битами и 8 битами. Я только дошел до этого момента. Ну, клево, клево, клево. Клево придумано. И у меня как у Кун Лао, так или у Рейдена шапка классная. Я побегу в другом направлении. Эх, нельзя, ну ладно. Что ж поделаешь. Опа. Ну вот вам, пожалуйста. Хотя, да, по-моему, количество бит изменилось. Картинка стала детальнее. И музыка, заметьте, музыка-то как поменялась. Битов в звуке тоже больше стало. По сути, мы из NES в Sega перешли, друзья. Успешно. Да заебал. Хорош цепляться ко всему подряд. Да задолбал. Что такое, а? Вот, ну, наконец-то. Е-бой.
Давайте зайдем к Гансу. Да, по сути, это та же самая мелодия, но уже с другим чипом. Чтобы его открыть, продолжай развивать печати силы. Осталось всего... God damn it. Вряд ли я соберу 40. Что случилось? У меня попался какой-то разрыв или что-то в этом роде, и теперь все выглядит совсем по-другому. Эй! Так, вот это просто потрясающая шапка. Ха-ха! Thank you, thank you. Нет, правда, класс. Есть соображение, что могло со мной приключиться? Прости, я все никак не отойду от вида твоей шапки. Тебе что-нибудь нужно? Текущая локация. Добро пожаловать в облачные руины, обломки цивилизации гигантов, которые когда-то жили в небесах. Место красивое, но постройки кажутся шаткими. Да, не лучшее место для тех, кто боится высоты. Насколько я высоко? То есть, на мой взгляд... Что? А, с географической точки зрения. Ну, ты вошел в башню времени на вершины горы, а затем вышел в самой высокой ее точке. Стало быть, сейчас ты довольно высоко. Да уж, спасибо. Наслаждайся видами. Так о чем ты хочешь поболтать? Новый образ. А почему все кажется таким другим? Знаешь, я все думал, как ты перенесешь последствия путешествия во времени. Похоже, неведение и вправду было... Они бы могли сделать сиквел, который перешел бы от, собственно говоря, от, скажем, SNES к... Там, я не знаю, что там было дальше, N64? Это могло бы быть потрясающе, а потом был бы сиквел, который перешел бы уже... Какое там поколение консолей после этого по счету оно идет? Где уже, собственно говоря, у нас были PlayStation 2 на... Или PlayStation, PlayStation 2. Ну, PlayStation и N64, они в одно время были. Ну, скажем, в PlayStation 2 эру. И, или если изъясняться нинтендовскими консолями, то GameCube. А от GameCube к Wii, Wii U, Switch. Ну, Switch это да, это такое по отношению к Wii U не совсем огромный прыжок, на самом деле, но... Знаешь, я все думал, как ты... Это уже было? Что, прости? Помнишь тот момент в башне времени? Да? Тебя перенесло в будущее? Мило. Да, именно так, мило. Так о чем ты хочешь пугать? Что еще хочешь рассказать? Знаешь, что, может, тебе есть что рассказать? Ну, конечно, вот тебе одна история. Жил был один голодающий маленький мальчик, который никогда не упускал возможность помочь односельчанам. Однажды он помог старику донести тяжелый сноп из пшеницы и получил благодарность краюху хлеба. «Поешь, мой мальчик, ты это заслужил», — молвил старик. «Но если ты захочешь еще кому-то помочь, в лесу ты найдешь двух гномов, которые куда голоднее тебя». Этот мальчик был очень чутким, он тут же принял решение. После недолгой прогулки он нашел гномов и разделил между ними хлеб, не оставив себе ни крошки. «Спасибо тебе, добрый мальчик», — просияли гномы. «Кажется, ты снял с нас проклятие». И действительно, некий дух, желая покарать их за алчность, наложил на них весьма неприятные чары. Они были изгнаны в лес, а при них была волшебная мельничка, способная производить все, что пожелает ее владелец. Однако магия этой мельнички могла подействовать только после того, как гномов накормят незнакомец, следующий велению своего щедрого бескорыстного сердца. Голодает, держа при себе реликвию, что сулит изобилие. Поистине жестокая судьба. Только представь себе удивление мальчика, когда ему подарили этот волшебный предмет. Скажи, чего ты хочешь? Поверни рукоятку вправо, и мельничка произведет это в огромных количествах. 3D принтер, короче, пояснили гномы. Поверни рукоятку влево, и она остановится, намолов для двух гномов целую гору еды. Мальчик вернулся в деревню, что благодаря своей новообретенной силе и помощи жителям, слава его росла, но росла и зависть его старшей сестры. Однажды ночью она поняла, что больше не может этого носить, и украла с ночного столика брата и мельничку, и два пирога, оставшиеся после прошедшего накануне пира. Более того, она взяла рыболовную лодку своей семьи в надежде добраться до новых земель, и там уже самой стать востребованной поставщицей продуктов. Выйдя в открытое море, она решила попробовать один из пирогов, но в нем на ее вкус чего-то не хватало. Тогда она подумала, что настала пора испытать мельничку в действии. «Дай мне соли», — сказала она, повернув рукоятку вправо, и она получила соль, целые горы соли. Однако старшая сестра так и ни разу не поинтересовалась тем, как остановить мельничку. «Хватит, мельничка, хватит!» — сначала раздраженно, потом взволнованно, а потом и вовсе, придя в панику, закричала она. Вскоре соль наполнила лодку, и лодка под ее весом попросту утонула. Говорят, утонувшая мельничка работает и по сей день, и именно поэтому морская вода такая соленая. Конец. Интересно, но мне показалось, что это скорее история для детей, объясняющая, почему окружающий нас мир такой, какой он есть. А тебя трудно удивить, да? А? Так может, расскажешь историю мне, а я ее оценю?
Так, значит, ты хочешь найти в ней больше пищи для размышлений? Ну, так вот тебе. В память о том, как злоба старшей сестры привела ее к гибели, злых и раздражительных людей с тех пор называют солеными. Ой, и еще в память о том, как неудача старшей сестры в управлении мельничкой привела к ее гибели, про людей, обманувшихся в своих ожиданиях и не получивших желания, с тех пор говорят, ушел несолоно хлебавший. Эй, а это интересно, ты иди, а я тут подумаю о том, какую еще мораль, связанную с солью, можно из всего этого извлечь. Люблю этого персонажа. Так, ну, да, кстати. Нет, не могу. Мне нужно выйти. Пожалуйста, Миша Кэт 8. Спасибо, что смотришь мой контент. Это похоже на гибрид сказки о мельничке. У нас такая же сказка была и котле с кашей, так ведь? Я вот не помню у нас такую сказку, к сожалению. Так, стоп, а... Мне казалось, с той стороны что-то может быть. Завтра начинаю смотреть трилогию «Властелин колец», как по мне, то самое время. Почему тебе кажется, что сейчас самое время смотреть трилогию «Властелин колец»? То есть, с моей точки зрения, смотреть «Властелин колец» всегда время. Я ее обожаю, эту трилогию, но... Мне интересно, почему ты решил, что именно сейчас пришло время это сделать. О, май гад. Ой, блядь. Это что за чудо, блядь? Вот это да. Призраки у нас тут появились. Будешь смотреть, я так понял, режиссерские версии, да? Глянь-ка, что у нас здесь. Я просто очень поздно начинаю приступать к просмотру. Я должен был еще до «Хоббитов» посмотреть. А, так ты их не смотрел, эти фильмы? Вау. Ну, приятного просмотра тогда. В какой-то степени я тебе завидую. Но в какой-то и нет, потому что ты очень поздно с этим всем знакомишься. Ну, то есть, конечно, никогда не поздно, но... Но... Припозднился, так скажем, ты. О май гад. Да что происходит, блядь? For fuck's sake, dude. Блядь, сколько ж можно, а? Так всасывать. Сколько нужно? Боялся, что там что-то есть снизу, а ни хрена там нет. Оп. Найс. О, фак ми. О, май гад. Чудо-мельница вроде называлась там, где дедушка с его домашними говорящими зверями. Сделали чудо-мельницу из двух деревянных шестеренок, которые выкоптились из расколотой горы. Выкатились, может? Выкоптились? После «Хоббитов» пока лучше пойдет. Ну, да. Нет, ну... Лучше, чем что? Чем без «Хоббитов» смотреть? Потому что, мне кажется, ВК вообще лучше без «Хоббитов» смотреть. «Хоббитов» вообще лучше не смотреть, на мой взгляд.
Вот. Смотрите «Властелин колец», господа. Ютуб не заработал. Ну, «Хоббиты» не понравились по простой причине, потому что это плохие фильмы, да, достаточно. Ни в какое сравнение с «Властелином колец» они не идут. Хотя у меня был синдром «Phantom Menace», когда я на первый фильм ходил в кино. Ну, вы знаете, когда ты настолько любишь что-то, что начинаешь убеждать себя, что это хорошо. У людей, которые были захайплены по «Phantom Menace», первому эпизоду «Звездных войн», был такой эффект, когда они немножко отрицали, что фильм говно. Они подсознательно убеждали себя, что фильм хороший. Но у меня это недолго продлилось с «Хоббитом». По сути, уже после первого фильма я уже отошел и уже понял, да, это будет не очень хорошо. В чем убеждался все последующие фильмы, на которые даже в кино не ходил, а тупо ждал их появления, их премьеры на торрентах. И ни один из них я ни разу не пересматривал. И не буду. «Властелин колец» я пересматривал много раз. Стараюсь раз в 3 года минимум пересматривать «Властелин колец». Вот, теперь у меня начинают прогружаться все комментарии с YouTube, друзья. Я не думаю, что я буду все их зачитывать, да? Так что, начиная с этого момента, я реагирую на ваши комментарии. Потому что YouTube перестали блочить. Это было сейчас забавно. У меня такой мини-километр комментарий сейчас просто на глазах прогрузился. Мини-километр. Вот это я сказал, ну. Так, стопы. А что это? Тупик, что ли? А, я понял. Я все понял. Ксения спрашивает, оставлю ли я стрим. Если это имеется в виду, будет ли запись стрима где-то, то да, она будет. На RJ Archives. Интересно, я вот сюда смогу спуститься, нет? Не на час. Я уже играю... Сколько? 30 минут? Я буду играть до часу, ну то бишь сейчас у меня 23:16, я до часу ночи буду играть. Ну, то есть осталось где-то 45 плюс, час 45 где-то я еще буду стримить. Мне надо один момент проверить только, прежде чем я продолжу. Да, это забавно. YouTube не полностью разблочен. То есть он, видимо, частично разблочен. То есть я сам на него даже зайти не могу. После «Смауга» мне понравилось только из-за «Смауга». Он там колоритный получился. Хотя сам «Хоббит» не похож на Бильбо из «Властелин колец». Он похож на Ватсана. Ватсана. Но никак не на Бильбо. А, на Ватсона? Блять. Я думал, что за Ватсон. Кто из Сибири? Я точно не из Сибири. Оу, полегче. Ну какие-то, да, несерьезные это. Противники, надо сказать.
Почему-то стрим начинается именно тогда, когда я на пороге попадания в жопу. Сэлн, я заметил, у тебя новый ник. Ну, то есть он тот же самый, но вид из... О май гад. О, фак. У меня хорошо шло. Такая музыка еще сразу играет, блядь. Злодейская. Не, постоянно не дотягиваюсь. А, ну хотя мне можно, наверное, прыгать с самого края и не обязательно долетать прям до него. О, блядь! Зачем ты зацепился за облако, идиот? О май гад. Это старый, я просто на ютубе сижу обычно, а сегодня поболтать... А, ты с... Твича. Ну, ты уже можешь с ютуба комментировать, если хочешь, потому что я теперь вижу комментарии с ютуба. Хотя я всех призываю, конечно, все-таки на твич пиздавать. Фак. Fuck my life. Make it stop, dude. Yeah, boy! Yeah, boy! Oh my god. Блин, теперь захотелось пересмотреть Хоббит и Властелина, но вспомнил, что это 20 часов. Можешь пояснить, почему Властелин лучше, не считая то, что он более виртуозно снят? Да Хоббит он вообще... Слишком растянут, слишком много ненужного лора добавлено. Вся компания этих хоббитов, она, по сути, тусклая. То есть, никто не запоминается из них. Ничего интересного там особо такого в истории не происходит. Во многих аспектах она является ретредом «Властелин колец», который сам Толкин написал, конечно же, позже. Это уже так, как получилось. Сам хоббит, это уже не хоббит, это как, типа... попытка заделать Хоббит под Властелин колец, потому что после Властелин колец, который снял Перси Джексон, уже были определенные другие ожидания, и с Гильермо Дель Торо, я думаю, это были бы хорошие фильмы, он бы правильно их масштаб рассчитал бы, сделал бы два фильма там, да, и с его уникальной эстетикой, с его уникальным дизайном это бы все заработало, я думаю. Но там они 100 тысяч лет не могли запустить производство. Дель Торо сказал, идите нахуй. Пришел Питер Джексон в последний момент. И в последний момент ему приходилось придумывать многие сцены. И у всего фильма есть это ощущение неподготовленности. То есть сцены сделаны дорого, конечно. Но они сделаны, многие из них. То есть ничего хорошего фильм не привносит. И нет вот этой крепкой истории, которая была в «Властелин колец», нет вот этой крепкой последовательности, градации такой хорошо выполненной, эволюции персонажа, как мне кажется. Ну и, конечно же, наяривание на компьютерные эффекты, в то время как в «Властелин колец» все были орки, это практически эффекты, ты ощущал их присутствие, здесь просто компьютерные орки бегают большую часть времени, и смотреть на них совсем неинтересно. Вот. Ну, то есть это... Если у оригинальной трилогии «Властелин колец» есть вот это ощущение мира и ощущение практических эффектов и практичности мира и его какой-то воплощенности, то в «Хоббите» этого уже ничего не было. Это была, по сути, во многих сценах это вообще компьютерная игра какая-то была, где CG-монстры бегают за порой CG главными героями, которых даже главных героев теперь CG делали во многих сценах. Например, с бочками, там, я не знаю... И это все просто не работает. Не работает все это. Я давно их смотрел, я не могу в конкретные прям сцены сейчас сдаваться, да, но вот овервью такое, это вот да. То есть нету той же крепкой истории, той же крепкой структуры, нету тех эмоциональных моментов, за которые мы любим оригинальную трилогию «Властелина колец». В третьей части я вообще раз 6 плакал, наверное, и плачу каждый раз, хоть минимум один раз при пересмотрах.
Ничего этого нет, никаких эмоций я не испытывал. Это просто CG-mess, как говорится. Вот. То есть, в своем CG, конечно, «Хоббиты» были лучше почти всех других фильмов в плане качества CG, но я не уверен, что в плане идей, там, я не знаю, эти постановки были так хороши. Все же эти с бочками, или они когда в пещере от гоблинов удирают, короля гоблинов, помню, пузо ему разрезали. У всего фильма такое странное, между комедией, казалось бы, и таким брутальным содержанием, где просто разрезают пузо у тебя на глазах, и ты такой, окей, я не понял фильм, к чему стрим. И от самого фильма есть это ощущение, он не коммитит ни к одному, ни к одной из эмоций, ни к веселости, к шуткам, ни к серьезности, которая больше с «Властелином колец» ассоциируется, он не коммитится. И он как-то разрывается между своими истоками, этой более сказочной истории, и вот этого темного фэнтези «Властелина колец». Он разрывается и ни туда, ни сюда. Весь фильм это просто такое сшитое воедино в последний момент из каких-то хороших кусков нечто. Вот. Короче, гора претензий, но я их не предъявляю на самом деле Питеру Джексону, потому что я знаю, я видел документалку про то, как это все делалось, и, кстати, к их чести, они ее действительно выложили официально, про то, как Джексон в последний момент пришел, ему приходилось в последний момент весь этот продакшн как-то заставлять работать. Я не представляю, сколько лет своей жизни он потерял просто на этом проекте из-за нервов. Вот. С работы все-таки выгорело. Видимо, твои стримы реально улучшают жизнь и потенцию. Но я поздравляю тебя, Севен. Я очень рад, что у тебя выгорело с работой. Давайте поаплодируем Севену и поздравим его с этим. Про что планируешь сделать следующий ролик? Про Секиро пока планирую. Вот. Игры серии Middle-earth мне очень нравятся. Вот не так давно я прошел Shadow of War. Абсолютно доволен. Может быть, даже игру можно было покороче сделать. Слишком уж большая игра. И в ней еще остались следы того, что с ней наворотили вперед, когда вся игра была изрыта микротранзакциями. Сейчас они это все выковырили оттуда, но нехорошие следы этого остались в прогрессии игры, к сожалению. Вот. Шапка у тебя что надо? Что нравится? Ух ты, бля! У него тоже такую шапку нет! Так вот почему у тебя на голове такая же. Ну, у тебя такая же шапка. Да нет. Моя у меня появилась раньше твоей. А, так вот в чем тебя, ты себя убеждаешь. Ладно. Шикарный персонаж, seriously, он мне очень нравится. Сначала шапка появилась у меня, и ты пришел от нее в восторг. Ага, точно, все так и было, конечно. Но это правда. Слушай, ты можешь сколько угодно отказываться признавать очевидное, чтобы сохранить лицо. Но это точно не сработает в отношении того, кто был с тобой рядом, когда все случилось. Тебе что-нибудь нужно? Бля, серьезно, они отлично мерчанта прописали. Из всех мерчантов я бы его поставил, ну то есть я бы поставил его в список лучших мерчантов видеоигр. Рядом с мерчантом из Resident Evil 4, например. Ага, я понял. Я понял, что надо делать. Окей, тут мне немножко непонятно, как мне лучше поступить. А, окей, я понял. Угу. Оу-оу-оу-оу-оу. Вот это да. You chose poorly, сказал бы мне чувак из последнего Индиана Джонса. Нет, не из последнего, к сожалению.
Это было в каком Индиане Джонсе? В третьем ведь так? You chose wisely, you chose poorly. А потом они за каким-то хуем сняли четвертого Индиану. Ах ты, тварь! Блять, из-за нее все. Ай, тварь, блядь, пока смотрел в чат, она меня укусила за жопу. Задумался что-то я. Ну и ладно. Вот так тебе, сука. Оу. Привет, сир Олаф Берсеркер. Добро пожаловать. А-а-а, прямо об уголок, сука. А есть какой-нибудь точный график стримов? Нет. Его даже у меня в голове нет. То бишь... Я не замечал, что он ест эти кристаллы. Я как-то никогда не обращал на это внимания. Но все, что я подбираю, всю эту валюту, он просто проглатывает ее. Но я, знаете, я постараюсь в будущем анонсировать все-таки стримы, да, как-то. Ну, то есть, предупреждать хотя бы за сутки. В группе и в секции новостей на YouTube. О май гад. Блять, какой же я невнимательный. Вот эта игра, она не такая сложная на самом деле. Это просто вот она действительно проверяет твою внимательность. Просто должен быть внимательным, и все у тебя замечательно будет в этой игре. Серьезно. Она не такая сложная, она довольно справедливая. И не такая требовательная к твоим скиллам. Просто будь внимательным и все. Уважай правила игры. Все замечательно у тебя будет. О! Вот видите, опять я забыл, что... Что эта хрень сразу начинает стартовать. И игра меня наказала за это. За то, что я забыл. Ух, повезло мне сейчас. Е-бой, е-бой. Оу, 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 оу. Е-бой. Найс. Very nice. Уроки английского языка с RGM во время стрима. Е-бой, найс. На сегодня урок закончен, друзья. Увидимся в следующем стриме. А есть какой-нибудь ночной... А, это было? Свинзонящий тёлка ГВ выгорит. Были случаи или... А, это, видимо, не мне. Фильм про Warcraft более-менее зашел. То есть я... Это, конечно, не... Не что-то, что я буду пересматривать, но... В кинотеатре я получил фан, и CG там был очень высокого уровня. И довольно интересно они поработали с масштабом, с разницей между орками и людьми. Вот это ощущение масштаба, ощущение просто разницы между ними. Вот, scale, так скажем, есть такое слово. Вот, скейлинг у них там отлично работает в этом фильме. Вот, действительно видно, что все деньги, блядь, на экране, что действительно дохуя было потрачено на то, чтобы визуал этого мира придумать, и здесь вот я запизделся опять. Вместо того, чтобы играть.
То есть этот фильм выглядит интереснее, чем любой из фильмов Marvel, если мы говорим вот о компьютерной графике и о дизайне. Хотя порой да. Хотя мне, конечно, нравится, что доспехи выглядят такими гипертрофированными, какими они, по сути, у юнитов в игре являются. Вот. Ну, вот здесь я уже знаю, в чем причина, почему я умер, и вина только на мне, опять же. Шалава. Е-бой. Very nice. Блин, я уже думал, сейчас умру. Так, окей, здесь мне сейчас надо, хорошо продумать, что я буду делать, потому что эти коли, они ничего хорошего мне. О, ебой, yes, yes, да, бой, мальчик, да, мальчик. Жадность фрая разгубила. Кстати, я сейчас очень глупо поступил, но я смог выкарабкаться из этой ситуации. За каким хреном ты притянулся к ней? Идиот! Блядь. Fuck me, dude. Трахни меня, чувак. Это я перевожу. У нас английского языка урок, если вы не за... Если вы забыли. Почему такие игры не выпускали на PS Vita? Мессенджера нет на Vita, я сомневаюсь. Или имеешь в виду в момент расцвета Vita, почему специально для нее не делали такие игры? Ну, ответ прост, что специально для Vita вообще ничего не делали. Для меня Vita была чисто инди-машиной, по сути. Что kinda забавно, потому что сейчас инди-машина для меня является... Switch. Ну, и то не совсем правда, блядь. Потому что я в данный момент на ПК играю в Индии. На самом деле на ПК играю в большинство Индии. Да что ж такое? Пока тоже на компьютерную игру похож. Только он по компьютерной игре и сделан, дружище. Поэтому там меня это совершенно не парило. Ну и схватки там были интереснее просто поставлены, чем все, что можно увидеть в Хоббите. Особенно первая схватка людей и орков, там пиздец просто, я помню. Такой интересный вообще, такая интересная работа со скейлингом идет. Как по мне. Какая-то вдохновленность чувствовалась в Варкрафте, так или иначе. Заинтересованность в предмете. Но вообще, сам по себе фильм, это, конечно, месиво то еще, но... Я от Варкрафта не ожидал какой-то замечательной истории, потрясающе рассказанной, с незабываемыми персонажами. Я ожидал эпика. Я его получил сполна.
Просто как выглядели все эти существа, мне понравилось. Как вот сама компьютерная графика была сделана, очень здорово. Оу, черт. Что-то у меня плохо с этим. CGI фильм лучше бы сделали. Ну, может быть. Но такие не делают. После провала фильмов... как его там? Роберта Земекиса. Вот он же пытался что-то с Беовульфом такое делать. Он говорил, что... Помните эту эру, когда... Земекис на серьезных щах утверждал, что будущее за CGI-фильмами. Ну, Беовульф мне нравится, кстати, вот. Кайда, я бы хотел, чтобы Земекис продолжил эту свою безумную одиссею в CGI-фильмы, full CGI-фильмы. Кайда, я бы хотел, чтобы он этим занимался вместо вот того говна, которое он снимал с тех пор. Земекис всегда был заинтересован в компьютерных технологиях, это уже Форест Китти Гамп. Было видно с множеством компьютерных эффектов, которые он там применял. Вот. Но это kinda... В это kinda не будут инвестировать в full CGI фильмы просто. Люди все еще хотят видеть людей на экране, а не цифровые модели. Хотя я, опять же, ничего против этого не имею. Тот же Kingsglaive, если кто не знает, это полнометражка в мире Final Fantasy 15. Вообще такое чудное... Такой чудный спектакль компьютерной графики. Full CG фильм такой. Ну, это традиционная, на самом деле, тема для Final Fantasy. Там и по седьмой части есть подобные. Ну, просто смотришь и просто так, вау, бля, охуительно. Чисто как развлекало, это отлично смотрелось. Посмотрите Kingsglaive, если кто не знает, о чем я. То есть это Kingsglaive, Final Fantasy 15. Это клевое зрелище просто. Ну нахуй... Окей, уже поздно. Что думать об этом? Самая красивая игра, спрашивает Гест. Вопрос сложный. Пожалуй, для меня это до сих пор, наверное, Uncharted 4. Но опять же, о чем конкретно мы говорим, да? Ну, наверное, по всем фронтам это Uncharted 4. Но это может быть, на самом деле, Horizon Zero Dawn тоже. Все-таки, наверное, к Uncharted 4 склоняюсь. Ничего красившего я, наверное, пока не видел. Потому что Uncharted 4 это такое вот соитие пиковых технологий с пиковым дизайном, именно визуальным дизайном. То есть, когда и анимации лица работают на 100% хорошо и здорово, и органично, а не как вот, например, это в Quantum Break, да? Есть проблемы там с этим, с лицевой анимацией. Когда живые лица, экспрессивные, но не слишком при этом, нет, слишком овер-анимации какой-то, которая иногда в фильмах наблюдается, в CG-фильмах. Короче, вот да, там просто великолепный баланс. Ну или Detroit Become Human, вот, либо Uncharted 4, или Detroit Become Human. Одна из этих двух игр, я думаю, самая красивая. Пожалуй, пока так. Ну, потом выйдет Last of Us, конечно, и заберет эту корону, я уже это знаю. Но. Какой же сумбурный вышел Endgame. Дальше спойлеры, которые я не буду читать вслух. Ну, у меня нет к Endgame особых претензий. Мне кажется... Как завершение всего, что надо было завершить, круто. Конечно, да, много фан-сервиса, просто пиздец как навалом, но в то же время то, как они смогли это со сценарной точки зрения оправдать, это впечатляет, сколько всего они смогли, сколько колбеков они смогли прописать, и чтобы они не были притянутыми за уши, а вот как-то более-менее хорошо смотрелись в теле этого гигантского
трехчасового фильма. Я, кстати, пересмотрел с тех пор «Войну бесконечности» и убедился, что «Война бесконечности» нравится мне больше. Но я не скажу, что гораздо лучше это, да. Но просто мне нравится больше. Этот фильм стройнее, у него более постоянный такой выверенный тон. И он смотрится как фильм. То есть, если «Война бесконечности» смотрится... Ой, то есть, если «Эндгейм» смотрится как три разных фильма, да, соединенных в один, с чем у меня нет проблем, но, anyway, то «Война бесконечности» — это один просто фильм с очень хорошей стройной структурой, как мне кажется. Вот. Ну, по крайней мере, на фоне «Эндгейма» эта структура кажется супер стройной. Да, просто не долетаю я что-то. У меня тоже не было от финальной битвы СТК, на мой взгляд, даже то, что мы видели в «Войне бесконечности», было креативнее, но все равно в «Эндгейме», в финальной битве есть креативные моменты, которые я вот очень надеялся увидеть. И я их увидел. Возможно ли выдержать пытку в МГС, а то я уже заебался. Ну, возможно. Возможно. Но я скажу так, пытка в Peace Walker меня еще сильнее выебала. Пытка в Peace Walker — это просто блядское издевательство. Да что ж я делал неправильно, я же... Первый раз, по-моему, с первого раза почти, блин, прошел этот момент. Что происходит вообще? Enemy placement здесь меня сбивает с толку, вот в этом конкретно промежутке, блять. Quantum Break не столько мыльная игра, сколько игра, мне кажется, где столько технологий задействовано, что у них такая авария из технологий происходит, и порой все эти эффекты, накладываясь друг на друга, создают действительно такое размытое немножко изображение. Но я думаю, это не от того, что там что-то с текстурами или еще что-то, а просто от того, что коллизия происходит определенная между эффектами. Например, некоторые из них я отключал, и игра даже симпатичнее становилась, и яснее становилась вообще визуально. Вот. Ну и всегда советую отключать Motion Blur. Бля, без него жизнь просто лучше. Я, кстати, не помню, там был Motion Blur, по-моему, он был. Если он там был, то я его точно отключил. Наконец-то, господи, блять, сказал я и умер мгновенно. Меня бесит, что он не может бить вверх, бля, это такой... Так меня это расстраивает. Господи. Ебой. Ебой. Нет. Ну это ж... Ай-яй-яй-яй-яй. God damn it. Господи. Так, немножечко я, наверное, не отстал немножко. После «Войны бесконечности» я вышел охуевшим, говорит Джаггер, в хорошем смысле. Я вот не ожидал, чего я не ожидал от «Войны бесконечности», то насколько хорош Танос будет как злодей. То есть до этого он был просто никаким, по сути, его никак не раскрывали, но вот в этом фильме, да. К концу фильма я такой, окей, это мой любимый персонаж из всех них. Поэтому, да, Танос — это шикарный персонаж. И лучший злодей, какой был вот в этой расширенной вселенной Марвел.
Не расширенная как. Ну, короче, вселенная Марвел. А когда я узнал, что фильм будет идти 3 часа, это даже меня заинтриговало. Мне потому что было интересно, что же они мне такого там покажут 3 часа. Не заметил никакого мыла вообще в Red Dead Redemption. Кстати, тоже одна из феноменальнейших игр в плане визуала. Возможно, да, тут еще вопрос. Возможно, Red Dead Redemption это самая красивая игра действительно из всех, что я видел. Да, сложно. Но сейчас, кстати, все игры, вот конец поколения, и вот от крупных компаний выходят красивейшие игры. Вот, да. Ждешь Rage 2? Нет. Меня 3 часа не пугают, если фильм хороший. Омерзительная восьмерка длится 3 часа, а смотрится по ощущению как пол... Разве? Разве Омерзительная восьмерка длится 3 часа? Что-то я сомневаюсь, Джеггер. Может, ты про какую-нибудь режиссерскую версию говоришь? Как раз пойду МГС и посмотрю форму и субстанцию МГС. Хороший план у тебя. Одно вестерн, другое дресня от Марвел. Кстати, на Netflix вышла режиссерская версия восьмерки в виде сериала. Да, что очень странно. Очень странно. В контексте того, как он... Тарантино жопу рвал за то, чтобы это было именно в кинотеатре, именно столько он там пытался проекторы, чтобы меняли, чтобы вот этот аутентичный экспириенс кинотеатра, и тут он вываливает это на Netflix еще и в формате сериала. Вот это полный пиздец, я не понимаю. Я не представляю, как это возможно, почему он это допустил. Бри Ларсон в фильме очень мало. Очень мало. Ее комически мало там. Учитывая весь хайп вокруг того, что вот, Капитан Марвел на пейджере, блять, у Ника Фьюри в посткредит-сцене Энтман 2. Или не Энтман 2. В «Войне бесконечности» в посткредит-сцене была эта сцена, где Ник Фьюри, значит, с Коби Смолдерс исчезают, и у него на пейджере такая эмблемка. Я такой, окей, что это за хуйня? Потом я узнал, что это Капитан Марвел, и я такой, окей, будет, наверное, это... И то, как они в последний момент ее запихали. Но я kinda рад, что ее на самом деле мало в фильме. Не потому, что мне там не нравится Бэрри Ларсон и еще что-то в этом роде. А просто потому, что это казалось странным. То есть мы 20 с лишним фильмов, блядь, наблюдали за этими персонажами, а в итоге все разрулит чувиха, которую в самый последний момент воткнули в эту вселенную. Я подумал, бля, это будет фейл, если это так. Но нет, это не так. Ее очень мало в фильме. Она делает кое-какие важные вещи, то есть ее... Нет такого, что она там вообще ни хера не сделала за весь фильм, там нет. Но ее гораздо меньше, чем я ожидал, поэтому... Но к моей радости, на самом деле. И вообще лучше бы ее не было. Опять же, не из-за моей неприязни там или приязни. То есть у меня вообще к Бри Ларсон никаких проблем нет, никаких претензий нет у меня к ней. Вот, никакой неприязни я к ней не питаю. Но просто да, лучше бы этот персонаж, он как бы... Появился вот в следующей фазе Marvel, которая, конечно же, уже скоро стартанет. Так, стоп, я же ведь и здесь уже был, господи. Это ж я так далеко проходил без проблем в прошлый раз. Ебой! Найс, но мне так и не дают сохраниться, блять. Есть. Далее, наконец-то. Сейчас опять за нами дракон, кстати, будет. А, черт на деле. Гнаться. Игра называется The Messenger. Моя мечта увидеть режиссерскую версию Джанго Освобожденного. По слухам, изначальная версия длилась 4 часа. А Тарантино не хотел делать две части, как с Kill Bill. Да, было бы интересно это увидеть. Но, опять же, не стоит сильно фапать на концепт режиссерских версий, потому что есть режиссерские версии, которые хуже театральных версий. То есть определенное искусство в монтаже, в том, чтобы оставлять самое главное, самое важное, то, что действительно нужно фильму. Опять же, трилогия «Хоббит» там огромное, отличное подтверждение вообще, сколько ненужного контента, блять, и который делает только хуже всю, весь пэкэдж. Вот. Донни Дарк, опять же, избитый пример, но режиссерская версия хуже театральной.
То есть не всегда далеко режиссерская версия лучше. Поэтому. Но Джанго освобождение просто было бы интереснее. Интересно увидеть это, да. Просто увидеть один раз хотя бы. Хотя, опять же, это не один из моих любимых фильмов. Вот сильно для меня этот фильм понижает его, в его потенциале Джейми Фокс. Изначально должен был Уилл Смит играть, я думаю, он был бы гораздо лучше. Джейми Фокс — это харизматичный чувак, но именно в этом фильме он, сука, деревянный, я не понимаю почему. И его кастинг, то есть визуально мне нравится, как он выглядит с этой шляпой, все такое, но как вот он играл, как вот он вписался в этот фильм, он вообще для меня не работало. И рядом с Кристофом Вальцем особенно это было заметно, насколько он не работает в этом фильме. Очень печально, потому что весь фильм-то вокруг него хороший, но вот он всю картину для меня портит. И он ведь центральная фигура всей истории. И когда он потом становится крутым таким со своим этим свеггером, меня это раздражает, я не воскликаю с радостью. А я такой, окей, ты кринжевый чувак просто. Вот кто бы запулофил крутость вот в этом образе, я думаю, это был бы Уилл Смит. Но Уилл Смит отказался по какой-то причине непонятной. То есть Уилл Смит до этого отказывался от «Матрицы», потом вот он отказался от «Джанго освобожденного». Я уверен, у него еще есть такие странные решения в карьере его. Он отказался от «Матрицы» в пользу «Дикого-дикого Уэста», но это полный пиздец. А с параллельными вселенными уже начали, Артём. Если ты смотрел последний трейлер Спайдермена, там уже эта тема начинает развиваться. Я не против этого. Главное, чтобы они не увлеклись этим концептом. Потому что, да, можно начать возрождать вообще всех, и это будет уныло. Таноса вообще лучше больше не трогать. Он отлично отжил свое, он сделал свою, скажем, порцию. Все, не трогайте Таноса, пожалуйста. Никогда больше. Привет, лорд Вивик. Ну, буквально вчера стримил. Павел Перепелица говорит, я тоже кринжовый чувак. Ну ты-то не играл в Джанго освобожденный, поэтому у меня к тебе нет претензий. В детстве мы от многого говна в восторге. Тебе что-нибудь нужно? Эх, у меня все еще не хватает. По стойкости усиления защиты, входящий урон в объеме 2 или более ОЗ сокращается на 1.03. Тебе что-нибудь нужно выйти? Мне нужно выйти. Опять этот ебучий дракош. Я вангую, что каждый раз будет только сложнее мне с ним. Пизду, блядь. А как же я должен был... Не знаю, мне вроде казалось, я все правильно делал. Вечных Танос, может быть, будет, но там что-то типа приквела Космо Марвел. Я даже не знаю, что такое вечные, но... Да. Уилл Смит поспорил с Тарантино по поводу того, кто должен убить Келвина Кэнди. Уилл Смит думал, что Джанго должен его убить, а Тарантино стоял на своем белый, должен убить белого. Ха. Окей, Уилл Смита был более... прямолинейное мышление в этом отношении, да? А Тарантино сказал, нет, бро, у нас будет не так, окей. Но неужели из-за этого они разосрались? О, да, приквел «Звездных войн» мне нравились, но уже тогда я смотрел первую часть и просто перематывал до схватки с Дартом Молом и куски с Дартом Молом, потому что все остальное было просто разговоры о политике и прочая хуйня, разговоры старых людей о политике, о... каких-то торгах, блядь, о бирже космической. Я такой, вау, что я смотрю, блядь. Но там есть Дарт Мол, надо перемотать. И вот только это я и смотрел. Короче, да. Привет, Андрей Белами. Ты, случайно, не родственник Крейга Белами, который некоторое время играл за Ливерпуль? Вот. Поэтому, да. Надо деконструировать супергероику. Пусть Марвел снимут фильм, где супергерои будут только говорить, а то заебали, полетели в космос. Да деконструировали уже, да, Марвела, супергероику. Он, пожалуйста, Шьямалан 3 раза это уже делал. Смотрел ли ты «Побег из Нью-Йорка» Джона Карпентера? Смотрел, и я не в восторге. Я много раз пытался его полюбить, так и не получилось. Ладно, Арджи, удачного стрима. Надеюсь, я из жопы с женщинами вылезу. Главное, что не из жопы женщины. Это ты уже один раз сделал в своей жизни, и больше я тебе не советую этого делать. Но да, пока, Севен, и удачи.
О, нет. Е-бой, получилось. О май гад. Ой, бля! Ай! А что я должен был делать? Там же слишком высок, далеко... Тщетно оправдываться, дракон не будет слушать моих объяснений, моих фейлов. Он просто, сука, сцапает мою жопу в очередной раз. Да, блядь. Фух. Смотрелся бы глуповато, Уилл Смит. Не могу представить его в роли такого чувака, как Джанго. Обычно он либо фул комедийный, либо фул трагичный. Тут надо более серьезного чела. Да нет, Уилл Смит, у него рейндж охуительный. Шикарный актер. Посмотри тот же фильм, я не знаю, блядь. Про Али от Майкла Мана, я не знаю, там... То есть, у чувака хороший рейндж, он может... Да того же, блядь, Дэдшота даже возьми. Наиболее фулл-раундовый, хорошо сыгранный персонаж всего этого цирка под названием «Отряд самоубийц». Ну, конечно, он там самый по калибру, высокого калибра был актер. Я думаю, никто с этим спорить не будет, но все же, то есть... Чувак, и как он там играл, то есть, по сути, несмотря на то, что фильм комикс, но он играл довольно сдержанно и при этом не скучно. То есть, по сути, он там единственное, блядь, светлое пятно вообще во всем этом гребаном фильме. Мне даже не нравится Харли Квинн в нем. Ну, Дэдшот был kinda, ну, лучше всех сыгранный персонаж. На мой взгляд, во всяком случае. Тихо. Ох, бля, могло ведь и прижать. Так, у меня сейчас предчувствие, что вот здесь есть сохранялка. А, нет, нету. Окей, ладно, это не важно. Поэтому, я думаю, он бы отлично смотрел. Если бы не его голимые споры с Тарантино, он бы мог в очень хорошем фильме сняться и быть там действительно хорош. Ему бы просто хватило харизмы для этой роли. Потому что никакой харизмы у Джанго нет вообще. I like the way you die, boy. Вот это бы он бы сказал гораздо лучше, чем Джейми Фокс. Гораздо бы лучше он бы все это сказал. Джейми Фокс был какой-то мертвый, честно, вот во всем этом фильме. Вот, серьезно, это моя большая проблема с этим фильмом. Джейми Фокс. При этом я говорю, актер на самом-то деле хороший, харизматичный, очень способный. Но вот в этом фильме он как-то ударил лицом в грязь просто. Я не уверен, почему так произошло, но так произошло, и это... И это печально, это странно. Ну ладно, это не важно, я не хочу на этом застряться. The Big Lost я никогда не смотрел сознательно так. Может быть, в детстве очень глубоком. Что за игра на экране, Павел Перепелиц? Спрашивает, это The Messenger. Также «Войны Уолтера Хилла», если не видел, то советую. Да, вот надо посмотреть, давно уже собираюсь. Кстати, однажды в Голливуде Ди Каприо с Брэдом Питтом давал интервью на фоне декорации Джанго. Прикольно. Я просто обожаю творчество Карпентера, но вот «Побег из Нью-Йорка» люблю, но из-за очень... Из-за Лэй очень средний. Вот и Андрею Белыми тоже не понравился Джейми Фокс. Как мне третья серия «Игры престолов»? У меня есть к ней определенные претензии. В том числе и то, как выпилили «Короля ночи», но... Ой, бля, я, наверное, заспойлерил только что, да? Вот вы меня подбиваете на спойлеры, черт побери, я не хотел спойлерить. Да, блядь. Но в целом мне понравилась серия. Очень даже. Кое-где ее длина, мне кажется, сыграла даже против нее. То есть они все вот козыряли тем, какие длинные серии будут. Но в данном случае немножко даже как будто передержали они хронометраж. Хотя, когда я смотрю
серию «Игры престолов» мне не хочется, чтобы она кончалась. То есть мне нравится этот сериал. И каждый раз мне хочется, чтобы она как можно дольше длилась. Для меня вот минуты как секунды пролетают с этим сериалом. Сложный участок, сложный. Но я должен взять эту хрень. Обязательно. А почему, блядь, он не цепляется с той стороны? Он же вроде за все поверхности умеет цепляться. Вот, пожалуйста, цепляется ведь. Санина. В законопослушном гражданине он был... Он просто был. У меня нет особых претензий к нему. Джаред Батлер там эпичный, но у него и роль эпичная, конечно. Ну, возможно, они помирились. Я, кстати, не знаю про эти конфликты. Джаггер очень много знает инсайдерской информации. Я вот смотрю, он много снабжает нас тривией сегодня. Но... Ай, блядь, да что за говно? Я, кстати, не уверен, как я буду допрыгивать. То есть я понимаю, что после удара этой хрени у меня есть дополнительный прыжок, но я как-то не уверен, как это будет работать. Нет, он все-таки зацепился, что интересно. Но как-то вот он цепляется, как-то странно, как будто следить все время хочет. Да все уже посмотрели, лол. Но, знаешь, не факт. То есть иногда люди не могут посмотреть там по тем или иным причинам. Некоторые, например, хотят подождать, пока все серии выйдут. Да что, блядь, вам от меня нужно, сука? Как я назад вообще возвращаться буду, мне интересно. Ну, возьму я эту хрень, но в итоге-то я назад-то не вернусь. Ну и сдаваться, блин, не хочется, конечно. Некоторые вот любят подождать, пока все серии выйдут. У меня вот отец постоянно практически так делает. Он с «Игрой престолов» так не делает, но... Да, то есть он любит подождать, пока все серии выйдут, и потом разом, ну не разом, а может за два подхода оприходовать. Смотреть это как фильм, короче, нежели как сериал. Просто как большой, большущий фильм. Чтоб меня. Ну вот так, вот какая странность, многие боготворят его Хэллоуин, а вот я хоть и люблю Майерса, как писал, но первый фильм мне никогда не нравился, странно. Я обожаю первый фильм. Один из лучших хоррор-фильмов всех времен. Ну, просто в своем жанре он шедевр. Мне кажется, то есть Марго Робби, она ведь сама, по-моему, режиссером вот хочет быть или что. Она продюсировала, по-моему, «Я, Тоня». Она по-любому будет режиссером, помните мое слово. Сейчас вообще это очень распространенная практика, когда актер становится режиссерами. Тот же Джона Хилл из недавнего, Пол Дан уже давненько снимает фильмы. Вот. И Марго Робби туда именно направляется. И мне кажется, она просто настолько любит кино и уважает кино, что, да, конечно же, без денег она не будет работать. Но она просто работала бы с Тарантино вне зависимости от того, даже кругленькая там или квадратненькая сумма, да, и играет там Ди Каприо или нет. Работа с Тарантино — это просто мечта практически всех актеров, мне кажется. Ну, практически всех. Есть, конечно, такие актеры, которым уже столько лет, что им вообще похуй на всех. И, по сути, они уже заебались сниматься в фильмах. Но вот такие из молодых, талантливых актеров никто бы, мне кажется, не отказался в своем уме от работы с Квентином Тарантино. Вот, поэтому... Не только тут в кругленькой сумме, конечно, дело, но и в уважении к Тарантино как к сценаристу и как к режиссеру. И как к современному голосу вообще в кино. Вот, и это престижно, так или иначе. Появиться у него в фильме — это большой буст к узнаваемости и просто к твоему... портфолио как актера. Вот. Еще эта музыка, она такая живенькая, веселенькая. И на фоне нее я всасываю по жести просто. Окей. Собрались.
Так, собрались. Кстати, как для тебя, какая для тебя топ number one тян или мужик, если угодно, по внешности из актрис? Ха, интересный вопрос. Об этом стоит подумать. Но вот в «Игре престолов» это Софи Тернер. Вот она реально выросла в очень красивую девушку. Просто охуительное у нее стало лицо. Не терпится увидеть ее в роли Феникс. Когда там? Кто-нибудь напишите в чат, когда выходит Феникс. Очень-очень жду этот фильм. Но... Софи Тернер в «Игре престолов» вообще. Хотя поначалу меня просто бесило ее лицо в этом сериале. Но сейчас она просто роскошная. Поначалу, конечно, самой красивой казалась Дейенерис, но Эмилия Кларк уже постарела с тех пор. Поэтому предпочтения сдвинулись. Может, мне стоит забить на это говно, потому что это уже совсем не фано. Но если говорить в контексте вообще кино... А, я забываю про грэплинг хук, сука, он же у меня есть, я могу им зацепиться, тогда я точно долечу до туда. Блядь, совсем забыл про это говно. Да, топ-тян, ну блин. А, сложно. Какое-то время это была Скарлетт Йоханссон, но она уже тоже старенькая стала. Хотя все еще в хорошей форме себя держит, и лицо у нее все еще интересное, но... Ну да, вот мне очень нравится на самом деле Аня Тейлор-Джой, которая была в «Сплите» и в «Стекле», и в «Thoroughbreds». Охуительное тоже лицо, очень уникальное, очень няшная актриса. Вот. Слушайте, а я могу притянуться, да? Да, Аня Тейлор-Джой. Кто у нас там еще? Роуз Бирн мне раньше нравилась, но она тоже уже постарела. То есть я так говорю, постарела, да? Как будто им уже по 60 лет, всем нет, но... Но они уже не те, что были, да? Джем Артертон, я помню, я пиздец кайфовал с ее внешности. Наконец-то, господи. В «Принце Персии» с Джилленхолом какая она была. Вау, пиковая Джем Артертон, пиковая. Сейчас мне откроется какой-нибудь тайный ход, я надеюсь, потому что я вряд ли... Е-бой, прям по заказу, сука. А, goddammit. Да, ну вот, когда мне такие подобные вопросы на всеми задают, я часто не могу вообще ничего вспомнить, просто мой мозг начинает метаться туда-сюда. Ну, Анна де Армас шикарная, конечно. Я, наверное, скорее не назову сейчас какую-то одну, я просто буду перечислять тех, которые мне нравятся, да? Анна де Армас, если кто не знает, это актриса, которая играла в фильме с Киану Ривзом. Тук-тук, по-моему, назывался. Нак-нак. Элай Рота. И она играла, конечно же, в Blade Runner 2049. Для справки, лучший фильм 2017 года. Ну да. Анна де Армас просто няшнейшее существо. Ну да, надо подумать. Современных тян, кто у нас еще супер-супер-пупер есть? Точно это будет не Дженнифер Лоуренс, ни в коем случае. Кристен Стюарт мне очень долгое время нравится, но в последнее время я что-то ее даже особо в фильмах не видел, но Кристен Стюарт, наверное, я могу назвать, да, у нее отличное лицо, оно мне очень нравится. Покидайте какие-нибудь свои энтри на эту тему. Я готов говорить долго на эту тему. На самом деле. Так. Блин, мне все еще не хватает монеток.
Да, что у нас еще есть? Мне всегда нравилась Грета Гервиг, но она не такая, чтобы прям горячая цыпа, но у нее просто приятное лицо, мне нравится она как актриса и ее манеризмы. Это что за пиздец убегает там сейчас на месте? Тоже текает, смотрите. Fuck me, dude. Я был близок. Рэйчел МакАдамс мне всегда нравилась. Я последний фильм, который я с ней смотрел, Game Night называется, она все еще горячая даже там. Я явно кого-то упускаю, потому что я по-любому, я прям чувствую, что я упускаю какую-то супер красивую актрису. Я прям чувствую это. И мне от этого дурно, честно говоря, что я упускаю. И не могу сейчас назвать ее. Ой, ёб твою мать, как же ты не достал, идиот, кретин. Козлина. Я все еще жду, пока сезон полностью выйдет. Смерть короля ночи лично мне особо ничего не испортил. Ну окей. Кстати, видел такое глупое сравнение таксиста Скорсезе и Драйв. Они хоть и похожи, но смысл абсолютно разный. Да, не, я Драйв с таксистом бы не стал сравнивать. Вот таксиста с You're Never Really Here, я бы, да, я бы еще понял. Там действительно очень похожие фильмы во многом. Ну, конечно же, они разные, естественно. Никто не спорит, но просто структурно чисто. С точки зрения сценария. Много моментов схожих есть. Лин Рэмзи говорила вообще, что они не думали о таксисте даже не на секунду, когда делали этот фильм, но я что-то сильно в этом сомневаюсь. Мне кажется, лукавит Лин. В этом плане. Кто мне еще, блин, нравится? Мне прям сейчас... Знаете что? Я прям сейчас прерву стрим и погляжу на... Да, на свою страницу фильмов в Letterboxd. Потому что этот вопрос просто выбил меня из колеи, на самом деле. Он меня пиздец как из колеи выбил. Этот вопрос. И я сейчас буквально просто посмотрю последние фильмы, которые я смотрел за 2017, 18 и 16, возможно. Пробегусь по ним и скажу вам. И чтобы вам не было скучно, я проецирую прямо вам экран. Кстати, у меня, по-моему, опять отключился чат, точнее, отключился YouTube, поэтому... Поэтому, да, я не буду видеть ваши комментарии, что печально, но... Anyway, в любом случае, главное, чтобы вы видели и слышали то, что я говорю, конечно же. Захват окна. Не надо захват окна, надо захват экрана. Да, детка. Вот и вот, да. Окей. Окей, YouTube у меня, видимо, разморозился, поэтому я опять буду видеть ваши... Окей. Окей. В «Мстителях» какие телочки были? Ну, там ничего примечательного, я бы сказал. Мне, кстати, нравится... Мне всегда нравилась Элизабет Олсен, да. Элизабет Олсен, она клевая, которая играет Scarlet Witch. Где она здесь... Зои Сальдана, ну, она симпатичная, но... Да, вот, Элизабет Олсен, Скарлетт Витч, Ванда Максимов. Да. Что у нас еще? Что еще есть? В «Апостоле» я никого не могу такого припомнить. О, да, в «Hold the Dark» играет актриса, которая еще играла и у Триера в последнем фильме. Райли Кьё, она также играла в «Безумном Максе», да, и в «Логан Лаки». Вот эта актриса мне нравится внешне. Она классная. Что-то здесь неудачная фотка, но вообще в фильмах она всегда клевая и классная. Вот здесь вот на после, например, у нее клевое лицо. Дженна Мелон, кстати, которая здесь вы с ней можете видеть, мне тоже очень нравится и всегда нравилась. Но сейчас она, конечно, уже довольно сильно такая в возрасте прибавила. Она уже не так классно выглядит, как раньше, но все равно она все еще классная. Она, кстати, Ралли Кью еще и Вандер де Силвер Лейк играла, да.
Господи, как же я вам всем советую посмотреть Under the Silver Lake. Просто обязательно уделите внимание этому фильму. Один из лучших фильмов 2018 года, вне всяких сомнений. Да, но возвращаясь к другим фильмам... Что мы имеем? Эмма Стоун мне всегда нравилась, но не... Даже не в плане сексуальности, а просто в плане того, как она выглядит. Просто ее лицо, ее актерская игра, очень симпатичная для меня актриса. Конечно же, Ребекка Фергюсон из «Миссии невыполнима» мне нравилась. Особенно в «Rogue Nation» она была клевая. «Fallout» она уже не так свежа и хороша, но вот в «Rogue Nation» просто шикарная она была. Ребекка Фергюсон. Также ее можно было увидеть в фильме «Живое», «Life». Вот, также мне всегда нравился Эванжелин Лили, которую, опять же, можно было видеть и в «Лосте». Всегда нравилось ее лицо, очень позитивная энергетика ее лица, мне всегда нравилось, просто безумные губы, вот, и просто она мне всегда нравилась, да. В «Клаймакс» есть одна актриса, которая мне очень нравится, София Бутелла, которая была раньше танцовщицей, очень жесткий у нее сильно такой подбородок, но при этом острые черты лица, но при этом есть что-то в ней абсолютно невероятное. Вот. Впервые я ее увидел в фильме «Кингсман. Секрет сервис». Там она мне очень понравилась. Там она играла молчаливого злодея с лезвиями вместо ног. Это был шикарный злодей. Не хуже Дарта Мола, возможно. Вот, да. И в «Atomic Blonde» у них там с Шарлиз Терон просто замечательные сцены есть. Если кто смотрел, знает, о чем я говорю. Смотрел, кстати, фильм «Фаренгейт 451». Такое, сука, говнище. Ебать мой хуй. Простите мне мой французский. Что еще? Где еще я могу цыпочек вспомнить классных? Ну вот про Game Night я уже говорил. Собственно говоря, Рэйчел МакАдамс всегда был фанатом ее. Потрясающая женщина. Кстати, мне очень понравилась актриса, но у нее немножко такая деревенская какая-то внешность. У нее такая между деревенская и аристократическая внешность, очень интересное лицо. Вики Крипс. Немногим известная актриса, но у нее прикольное лицо. Но здесь у нее, вот, конечно, больше в деревенскую клонится. Но вот Phantom Thread у нее есть сцена, где она просто охуительно выглядит. Ну, конечно, Эмма Уотсон, что тут говорить? Был влюблен в нее с философского камня. Есть Тесса Томпсон, но как-то kinda, я не знаю. В последнее время она мне что-то не очень нравится. Но когда я, по-моему, впервые где-то, я не помню, где я ее увидел, она мне понравилась. Что у нас еще здесь есть? Вот симпатичная актриса, если говорить о молодых актрисах. Мэдлин, Джосфин Деккер, фильм. Хелена Хауарт, новая актриса, тоже симпатичная. Можете посмотреть «Мадлен», шикарный фильм, на мой взгляд, и она довольно-таки интересная, у нее лицо симпатичное. И она действительно может кого-то вырасти. Она выглядит как более симпатичная версия Зендаи, которая сейчас играет MJ в «Человеках-пауках». Вот. Кстати, в «Кловерфилд Парадокс» и вот в «Widows» есть актриса, зовут ее, сейчас я вам скажу, как... Элизабет Дебики. Она высокая. Она, кстати, играла одну из ролей в «Мстителях», где-то эти вот полностью золотом покрытая такая раса. Ну, у них такие, они так выглядят, как будто они полностью покрыты золотом. Она их предводительницу играет. Шикарная актриса. Посмотрите «Widows» с ней, «Вдовы», фильм Стива Маккуина, и вы поймете, о чем я говорю. Многие дрочат, пиздец, просто неистово на «Галь Гадот». Никогда не был фанатом ее. Хотя ее фотки, ее, где ей лет 20 где-то, там она выглядит просто сногсшибательно. Абсолютно невероятно. Меня поражает, конечно же, Кейт Бланшетт. Господи. Второй «Рагнарёк» в 2017 году. Я не знаю, сколько Кейт Бланшетт лет, но черт побери. 69-го года она, да? 1 плюс 30, 31 плюс 17, 48 лет.
48 лет, но там она просто выглядит как... В этом костюме она выглядела просто как доминатрица, которой я бы позволил все с собой сделать, чтобы она захотела. Серьезно, она была просто мега секси. А, Кейт Бланшетт, конечно. Ну и лицо у нее просто невероятное. Так, идем дальше. Ребекка Фергюсон, кстати, играла в фильме «Снеговик» с Майклом Фассбендером. Один из самых, блядь, странных фильмов, что я видел в своей жизни. Ну, кстати, я говорил, что это точно не Дженнифер Лоуренс, но в фильме «Мать» у нее такой персонаж, который полностью ее противоположность из ее реальной жизни, как она себя ведет, да, это такой более скромный персонаж и одет так скромно и минималистично, и блядь, там она, конечно, секси, вот, но ее персона меня сильно отталкивает в реальности, в реальном мире. Скарлетт Йоханссон была невероятно горяча в Ghost in the Shell. Там ее прям правильно одевали, я бы так сказал. Больше облегающих одеяний для Скарлетт Йоханссон, пожалуйста. Кстати, Дженнифер Карпентер мне всегда нравилась. Она не секси-секси, не секси в таком смысле, что я бы прям сейчас выключил стрим и начал на нее фапать, но Дженнифер Карпентер, я помню еще со времен Декстера, что-то в ее лице, вот, кстати, это, по-моему, из декстерской фотосессии, ее фотка здесь. Она просто что-то есть в ее лице, что меня дико привлекает, и в ее улыбке, и просто в Декстере я ждал просто сцены с ней, как не знаю чего, больше всего, наверное, поэтому, да, Дженнифер Карпентер мне всегда очень нравилась, просто очень притягательная девушка, на мой личный взгляд. Ну, наверное, мы сейчас вот эту страницу закончим, и я вернусь к игре, потому что осталось уже не так много времени на игру. И потом я сначала зачитаю ваши комментарии, потом вернемся к игре. Ничего ведь не упускаю я, да? То есть горячих цыпочек в этих фильмах я не припоминаю. В «Дюнкерке» цыпочек в принципе нет. Ну, да, кстати... Кара Делевин, очень интересное лицо, прям пиздец какое интересное, действительно, и она горяча в Валериане, интереснейшее лицо, и эти брови просто, конечно, жесть, но в хорошем смысле жесть. Что мы еще имеем? Кстати, есть одна актриса, которая с Мэйзи Уильямс играла в 2014 году в фильме «Falling», и потом она играла у, собственно говоря, у... Вот, кстати, я пропустил, что-то даже не принял во внимание. Сейчас его надо найти, потому что он фильм-то довольно свежий. Почему его... А, ну вот, в «Outlaw King» она играет Флоренс Пью. Да, классное лицо. Здесь, может быть, не самая удачная фотка, но она очень симпатичная. И «Falling», вот посмотрите фильм «Falling» 2014 года, она с Мэйзи Уильямс играет, там она шикарная. Ну и, конечно же, в «Outlaw King» она мне очень понравилась, очень... Она сексапильная, действительно, девушка. Вот. И, кстати, я даже как-то не признал ее после «Falling», там она мне уже понравилась, но вот... Да, уже гораздо взрослее она выглядит в «Outlaw King», хотя, казалось бы, разница... Ну, хотя 5 лет, за 5 лет сильно меняются люди. Song to Song, ну, конечно же, как не вспомнить Руни Мару, всегда мне она нравилась, одно из самых охуительных лиц в Голливуде, и да, супер, девушка с татуировкой дракона, это такое достижение, ради этого можно становиться актером, даже ради одной такой роли один раз ее сыграть, но у нее дохрена клевых образов, дохрена, хотя не так дохрена много клевых фильмов, но Уна, кстати, я бы посоветовал посмотреть всем, 2016 года хороший фильм, и она там хороша. Ghost Story, блядь, я не смог дальше 25-30 минут посмотреть, я просто выключил это дерьмо. Кэрол тоже, после Blue is the Warmest Color смешно смотреть этот фильм, лично мне. Но в социальной сети у нее буквально эпизодическая роль, в Her у нее тоже, у нее много, на самом деле, эпизодических ролей таких, где она запоминается, но появляется не так надолго. Вот. Короче, да. Движемся дальше. А, ну мне всегда нравилась Мэри Элизабет Уинстед, которая играла в третьем сезоне «Фарго», которая играла в «10 Cloverfield Lane», которую я, кстати, пропустил, скорее всего, уже.
здесь в списке где-то. Или нет. Ну, anyway. Мэри Элизабет Уинстед всегда находил привлекательный и располагающий. Вот. И в третьем сезоне Фарго она абсолютно шикарна. Ну, Элизабет Олсен, которую я уже отмечал. Ну, конечно же, Аня Тейлор-Джой. В Коламбусе играет очень приятного вида девушка, которая мне очень понравилась. Хейли Лу Ричардсон. Вот она, кстати, на превью. Ну, вот она здесь. Она в Сплите, кстати, играла, ну, такую небольшую роль. И в Коламбусе она играла просто основную роль. Вот она. Хейли Лу Ричардсон. Очень, очень, очень приятная девушка. И Коламбус, кстати, входит в мой топ лучших фильмов того года, 2017. Да. Ну и закончим все на Еве Грин. Она, конечно, уже не молода, но горячая была она всегда и останется, пожалуй. Одни из лучших глаз в Голливуде. И, конечно, невероятно сильно она мне запомнилась по фильму «Казино Рояль», где она играла любовный интерес Джеймса Бонда. И, да, когда ее убивают, ты, блядь, ощущаешь всю горечь, которую шикарно сыграл Дэниел Крейг, потому что ты также был влюблен в нее. Там она была просто невероятно лучше, чем в этом фильме. Я Ева Грин симпатичнее, красивее ее нигде не видел. Там она просто вау! Вау! Да, ну, окей, мы... YouTube опять, кстати, у меня заблочено, поэтому я ваши комментарии не буду видеть. Но те, которые вы успели настрочить, я прочитаю. Ну, опять разблочился. Anyway. Кстати, у меня, скажите, в описании ссылка есть на донат? Потому что я, возможно, его опять не написал туда. Не написал ее туда. Ну, у меня не было сегодня возможности. Окей. Тебе как актер больше всего нравится кто? Питт или Ди Каприо? Пожалуй, Брэд Питт это будет. Все знают, что лучший хоррор... Не пожалуй, это точно будет Брэд Питт. А все знают, что лучший хоррор-фильм это устрашающий. Terrifier. Даже не видел это и не слышал. Софи Тернер, да, надеюсь, она продолжит сниматься. Да, Софи Тернер, вау. Просто шик. Шик. А все знают, что лучший хоррор это «Поворот не туда 5». Лорд Вивик ответил... А из русских актрис топ-актриса? Мне нравилась очень всегда вот эта актриса, которая играла у Звягинцева в двух фильмах, в «Елене» и в «Левиафане». Я забыл, к сожалению, как ее... Елена Лядова или что-то такое. Вот, она мне очень нравилась и нравится, пожалуй, по сей день. Кто-то есть, кто-то... Ну, я не так сильно сейчас знаком с русским кино, на самом деле. Ну, вот, кстати, в фильме «Лето» Кирилла Серебренникова, который я не так давно посмотрел, есть актриса, которая играет жену Майка. И она охуительная. Она такая обворожительная. Мне надо узнать, кто это. Она очень красивая. Очень она мне понравилась. В этом фильме. Еще кто-то есть, господи. Я как будто кого-то видел в каком-то российском фильме. То есть в России красивых актрис хватает, на самом деле. Не хватает режиссеров нормальных, которые бы снимали их правильно. Но из современных российских актрис, да. Сложный вопрос, сложный. Надо подумать над этим. Вот. Слушай, вот имя твоего ника безумно напоминает фамилию одного из любимых режиссеров, Ардженто. А? Да, кстати. Арджейто. Посмотрел я «Аквамена» и знаю, почему он тебе понравился. Потому что он как сказка или мономиф. И воспринимать его нужно так, чтобы кайфовать. И там мега-классный стиль всего, и графон, как в «Аватаре». Ты по многим точкам правильно попал, да. Это просто фильм, который мне было фаново смотреть. Он так охуительно выглядит. И он динамичный, и шутки работают, и... Все складывается в такой охуительный, и с точки просто зрения визуала, так приятно видеть красочный фильм. Они с этим Марвелом, то есть они, как братья Руссо пришли со своим Civil War, все, блядь, вся палитра была высота. То есть мне нравится Infinity War, мне нравится Endgame, но, господи, если бы это снимал Джосс,
Уидон, это было бы красочнее, это было бы ярче. Когда я вижу просто вот эти кадры даже из первых двух «Мстителей», я просто так: о, господи, да, это то, чего я хочу. Я хочу, чтобы фильмы о супергероях с разными самыми ебанутыми способностями были красочными, чтобы прям мне в них дышалось хорошо. И вот они душат эту палитру, потому что они хотят типа на подсознательном уровне конвертировать твое восприятие этих фильмов как более серьезное. Чтобы ты смотрел, такой: о, здесь цветовая палитра, как, блядь, в «Линкольне» Спилберга, наверное, я должен это серьезнее воспринимать. Но это все полная хуйня. Делайте фильмы красочными. Это комиксы, мать вашу. И, блядь, вот мне нравится просто, как выглядят первые два фильма Уидона. У меня большие претензии к тому, как выглядят все остальные фильмы после Civil War во вселенной. Они всех под одну эстетику запиздюрили. Неважно, это Человек-паук, это или Черная Пантера. Плевать, выглядит все визуально плоско. И Аквамен, блядь, это как будто ты погружаешься в океан с ними. Когда ты видишь песок, ты прям чувствуешь его на своих пальцах, в ноздрях своих. Тебе дышать, сука, хуёво. У тебя песок в легких уже. Потому что ты настолько проникаешься. Там просто так все ярко, красочно. Я просто, сука, такой кайф испытывал, когда смотрел Аквамена. И, бля, ну да, и CGI там иного уровня вообще, там даже Infinity War рядом не стоит, там просто такой CGI, там столько, блядь, бабок было вложено, я не представляю, огромные деньги. Потому что вот все фильмы Marvel, они на самом деле оставляют ощущение немножко бюджетности. В них много денег вкладывается, больше 100 миллионов, но все равно всегда есть это ощущение бюджетности, они не вкладываются по полной. Например, даже сравнить второй Spider-Man Сэм Рэйми, вы помните, когда снятый, и... новый Спайдермен, вот, который они снимают для расширения вселенной, ты прям видишь эту разницу, ты видишь здесь бюджетик такой, а там прям, блядь, они летят в разнос, все бабки просто, какие можно было вложить, на тот момент они как будто вложили, и выглядит богато и прям охуительно, сочно. Новый Спайдермен, особенно момент, когда он там две половины этого корабля соединяет, ты прям видишь этот поганый CGI, прям плохого качества, и видишь вот эту вот. Или когда вот сцена с этим, с монументом, блядь, свободы, или как он называется в Вашингтоне, тоже плохой CGI кругом, и прям ты видишь эту бюджетность в Аквамене, ты просто видишь, блядь, они просто в разнос полетели, им похуй вообще, как будто на траты, и все такое красочное, яркое, прям, бля, просто одно удовольствие. Я, возможно, уже в этом году пересмотрю Аквамен, просто чтобы опять погрузиться в этот яркий мир. По сути, Аквамен мне дал то, что... И сейчас я прям вываливаю по ходу все, что я бы сказал на подкасте, но я еще скажу это на подкасте, но Аквамен, по сути, мне дал то, что я долгое время запирали в подвале Марвел. И я не мог это получить. А если брать фильмы Снайдера, блядь, в DC, так это же еще хуже. Там вообще все, как будто ты всю дорогу в подвале сидишь, где тебя травят, сука, крысиным ядом. И все, сука, коричневое с серым перемешанное. Такая блевотина, прямо тебе насрали, как будто насрали в очки, одели тебе их с говном на твое лицо, и ты смотришь это все. Аквамен, ты просто, блядь, ну просто наконец-то кто-то сделал красочный, охуительный, блядь, глупый, где надо, чтобы он был глупый, веселый, где надо, чтобы он был веселый, и просто мощный, красивый, где надо, чтобы он был мощным, красивым. Короче, да, блядь, пиздец, охуительно, я кончил. О. Это есть фильм на Кинопоиске? Нет, на Letterboxd. Заходите и подписывайтесь на мой канал. на мою страницу. Letterboxd. Я могу скинуть, но чуть попозже, когда я дочитаю все остальные комментарии. У нас осталось, друзья, меньше 15 минут. Наверное, я только успею прочитать ваши комментарии, ответить на них, и мы пойдем разными дорогами с вами вновь. Но мы с вами воссоединимся в следующем стриме. Когда он будет, я не знаю. Но, кстати, послезавтра, я думаю, будет стрим, так что примерно намечайте. Николь Кидман, Эми Адамс, топ. Это милфы высшего калибра. Я согласен с Джеггером. Здоров, ты из Алматы? Я из Алматы. Кстати, да, не поймите меня неправильно, я не упоминал слишком много милф, но я большой фанат милф, поэтому... Ребят, не это, да. Эми Адамс вообще, вау. Милфы это про меня. Но я просто старался назвать более современных актрис, таких вот сейчас, кто вот я как просто как чувствую себя... Ладно, я не буду продолжать эту мысль. Стэйси Мартин, я не знаю, кто это. Да, точно, говорит Павел Перепилец. Я не знаю, про кого он. Мама Аквамена шикарная такая, няха, господи. Ну да, это как раз-таки Николь Кидман. Моя вайфу — это Дженнифер Коннелли. О, да, но Дженнифер Коннелли сейчас уже нет. Она отрезала себе сиськи по своей же воле. Я понимаю, для чего, конечно, чтобы они не свисали у нее. У нее были огромные груди в юношестве.
в юношестве, так не говорят про девушек, в юном возрасте, скажем так. Дженнифер Коннелли была моей топ-тир. Она была на таком уровне, на котором сейчас, наверное, никого нет. Вот, но она не превратилась в милфу, к сожалению. Джейми Ли Кёртис и Шон Янг. Шон Янг образца Blade Runner абсолютно невероятно выглядела она там. Джейми Ли Кёртис. Я бы сказал, Джейми Ли... Дженнифер Джейсон Ли мне нравилась, когда она была молодой очень сильно. Ну и сейчас она мне нравится, но не в таком смысле. Джейми Ли Кёртис, образца «Правдивая ложь», особенно этот танец в стрингах. Ебать, это жестко. Это вау. У нее безупречное тело в этом фильме. Один из моих любимых это Софи Тёрнер, тёлка из «Бегущего в лабиринте» и... Не смотрел «Бегущего в лабиринте» и «Алая ведьма». «Алая ведьма», «Азиаточки». «Алая ведьма» — это ведь Скарлетт Уитч, это ведь Элизабет Олсен. «Азиаточки», причем здесь в скобках, я не совсем понял. Дженнифер Карпентер мне... Да, я уже говорил про нее, я кайфую. Сары Полсон говорит. О, ну, я смотрел «Стекло», не знаю. Николь, ну, Кайнда не в таком смысле она мне нравится. Она мне нравится как актриса, как образ, но не как... Не в таком смысле. Вот. Бутеллу посмотрите в Climax. Вау, она там охуительная просто. И да, загружайте под Silver Lake, смотрите под Silver Lake, пересматривайте Silver Lake, рекомендуйте всем Silver Lake. Я знаю, что там такая история, что его вроде как просто фильм просто, ну, не дали ему нормальную дистрибьюцию и не дали нормального маркетинга, и он просто потонул в безвестности, а ведь фильм просто охуительный. Поэтому давайте, друзья, хотя бы нашим сообществом как-то немножко будем смотреть Silver Lake втайне от всего мира. А еще Миссандэ из ИП, как по мне, сейчас топ-2. Миссандэ шикарная, но мне ее лицо иногда напоминает лицо какой-то собачки, типа пуделя. Не знаю, почему у меня такие ассоциации, да. В некоторых ракурсах у нее охуительное лицо, в некоторых не очень. Но вроде в какой-то сцене показывали ее сиськи, у нее охуительные сиськи. Нет, ужасающий хороший фильм, но явно не лучший хоррор. Мой любимый хоррор — это «Зомби Лучо Фуличи». Сцена с Декстером... Какая сцена с Декстером? В «Шазаме» ГГ похож на Арию Старк. Вот это внезапно. В «Шазаме» ГГ — это чувак, который играл в «Клаву Давай», но я что-то не уверен, что он похож на Арию Старк. Зои Казан. Я, кстати, что-то не особо помню, кто это. Зои Казан. Где же я ее мог видеть? Фильмы Робби Спаркс, «Любовь, болезнь, дружба или никакого секса», «Дикая жизнь». «Дикую жизнь» мне еще предстоит посмотреть. В «Балладе Бастера Скраггса» я что-то ее особо не помню. Но у нее интересное лицо, могу сказать, пока так. Я смотрел, конечно, «Перелом», но там я ее вообще не помню. Скорее всего, у нее была эпизодическая роль, и там она была какой-нибудь совсем уж маленькой девочкой. Поэтому, да. Кстати, да, у меня Танос на рабочем столе. Мой герой. Magic Pixie Girl Ultimate. Magic Pixie Girl Ultimate. Это про кого было сейчас? Госстори просто пиздат, пишет Черновца. Я сблеванул охуительно с него просто. Один из лучших фильмов. Вот насчет, кстати, Госстори, такой момент, что люди либо его очень любят, либо, сука, ненавидят его. Я на моменте, по-моему, где она... Ну, то есть я, кстати, подождал дальше момента, где она, блядь, 40 минут ела этот пирог. Но дальше меня сильно не хватило. Эллен Пейдж мне раньше очень нравилась, но сейчас она как-то странно выглядит, на мой взгляд. Хотя я ее так давно не видел, что даже не могу судить. Но раньше она мне нравилась, очень даже. Letterboxd — это не что-то вроде IMDb, это что-то вроде... Ну, это надо увидеть, но это скорее как дневник. Это что-то более персональное. Там нет новостей никаких, там нету, блядь, прочего говна, которое не нужно. Это чисто функциональный сайт, где ты ведешь дневник своих фильмов, ставишь оценки, составляешь списки, читаешь рецензии других людей, пишешь сам рецензии. Это все центрировано вокруг пользователей и их, скажем так...
дневников фильмов, которые они смотрят и делятся впечатлениями. Вот. Это чисто акцентировано на тех, кто действительно смотрит кино, а не на тех, кто просто комментит под новостями про то, как Дэниел Рэдклифф там что-то сделал, голым снялся в какой-нибудь постановке. И это сейчас отсылка к очень старой, блядь, новости, когда я помню, я сейчас ждал с пены у рта «Принц полукровку», по-моему, и была новость про то, и это еще на фанатском сайте я смотрел, что Дэниел Рэдклифф снялся голым в какой-то театральной постановке, все бурно это обсуждали. Блядь, вот это колбэк. Откуда это вообще в моей голове? Почему это до сих пор там? И Терзор говорит, я пришел, а значит, стриму конец. Но ты пришел как раз в то же время, что и вчера. Поэтому да, в «Россияне» прежде всего не хватает нормальных сценаристов, говорит Павел Перепелица. Го последний, лучший режиссер и актер России. Лучший режиссер и актер России. У меня, кстати, вот последнее. Вот сейчас, по-моему, у меня начинают опять прогружаться ваши какие-то ответы. Но вот, да, многие, как будто до меня комментарии, мне кажется, не долетают. YouTube то блочит, то разблочивает. Полный пиздец, короче, происходит. Лучший режиссер и актер России. Ах, не знаю. Я скипаю этот вопрос. Не могу авторитетно ничего по этому заявить, потому что я мало фильмов российских смотрю, русских. Скинь свой Letterboxd. Я это сделаю в конце стрима. Добрый вечер. Мы тут девочками меряемся. Не меряемся, восхищаемся скорее. Обожаю «Принца полукровку», говорит «Черный овца». Согласен, это один из моих любимых фильмов в этой серии. Ну хорошо, судя по всему. Хотя нет, я еще могу даже поиграть. Еще время есть. Ну, как раз босса заебошим и закончим стрим. Идеально. О, дракоша, ты мне, блядь, кровь-то папа портил. Козлина. Да чтоб тебя. Две атаки обе успешные. Да, отстой. Полнейший. О, нет! Короче, я понял, надо на одном месте стоять, чтобы он все облака не разрушил. Пока, Павел. Приятного просмотра. Эндрю Гарфилд там шикарен. Предупреждаю. Предупреждаю, Эндрю Гарфилд шикарен. Ну, ёб твою мать. Что с этим боссом делать вообще? Да, лучше сразу выпилиться. У меня плохой заход как-то пошел. Плохо он как-то пошел. О, нет! Jesus. Да, возможно, мой план не сработает насчет убить босса и завершить стрим. Его, кажется, бить можно, пока он такой.
А может и получится, кстати, да. Оу, главное не улететь в дырку, бля. В натуре. Да сколько ж ты, бля, жить-то будешь? Ай-яй-яй-яй-яй-яй, больно. Чтоб меня, я был так близок. О, мой бог. Это было очень близко. Ну, я вот это не ожидал, что он второй раз на второй заход пойдет. Вау, как я уклонился только что. Сам себя удивил. Ну это пиздец, бро. Взял все, сожрал. Куда мне приземляться, извините меня. Окей, последняя попытка, и мы заканчиваем этот стрим, друзья. Да, я кое-что только что осознал. Что нехорошее. Пиу. Чтобы вы не забывали про возможность доната. Да ёбаны. Не, ну это была короткая попытка. Хотя... А ладно, последняя, самая последняя попытка, и мы валим. Благодаря блокировке YouTube я не могу сейчас читать ваши комментарии. Но я знаю, что вы... Все тепло со мной попрощаетесь. А насчет Letterboxd-то, по-моему, у меня даже ссылка есть. Если ты, то есть, на мой Letterboxd можно попасть через группу ВКонтакте. Там в ссылках указана моя страница Letterboxd. То есть, можно найти таким образом. Если я и сейчас забуду или не смогу запостить ссылку на Letterboxd. Вот. Всегда можно таким образом...
Его просто бить можно, что от него убегать, да? Что-то я тупил все это время. Вот от этого, да, нельзя спастись удара. Когда ж ты уже сдохнешь, дружище? Ну все, ладно, на этом мы и закончим, я думаю, пока что. Да, я не вижу ваших комментариев опять, как всегда, но anyway. Зашел на канал, думал, что умную слышу и получаю, бля, нахуй, пиздец, сука, ебать, очень здорово, удачи. Спасибо, ставь лайк, и увидимся в следующих стримах, как и со всеми остальными вами, поэтому, да. Ну, окей, я сейчас запущу ссылку, если уж так люди хотят этого. Я это сделаю. Хотя, по-моему, она у меня даже на YouTube должна быть в ссылках, ну, даже если нет, то вот, пожалуйста, вот она. В чате переходите, подписывайтесь на мои апдейты и все такое. Всем пока.